Значит так. Распространить, чтобы покупали все видеопародии на сайте «Студия Пародист». Дмитрий Анатольевич, это прежде всего вас касается. Владимир Владыкович, так ведь не хотят покупать пародии. Почему не хотят? Ну, потому что пародия на вас-то и так понятно почему. Люди вообще стали забывать, что такое пародия. Послушайте, Дмитрий Анатольевич, вы уж говорите конкретно. Почему отказываются покупать пародийные поздравления от моего имени? Ну, просто дорогие они очень. Ну и как бы, я даже не знаю, как это сказать. Дмитрий Анатольевич, ну что вы как девочка все мнетесь? Если дорого, то нужно цены снижать. Ну что мне вас учить, что ли, как снижаются цены теперь, да? Так ведь, а если не будут покупать, тогда что делать-то? Если не будут покупать, то тогда повысим пенсионный возраст. И все. Так его же вроде уже повысили. Что значит повысили? Кто повысил? Когда? Дмитрий Анатольевич, вы уже по делу говорите, в конце концов? Так ведь, Владимир Владимирович, ну вы же сами закон после бани подписали. Ну и что теперь? Ну повысили, значит повысили. Вот. Ну, не снижать же его теперь снова. Снизить всегда успеем. Так, ну а другие пародии почему не покупают? Так а на какие другие-то? Если пародии на старые фильмы, так их уже не помнит никто. Ну а на каких там певцов? Так их они уже надоели, уже совсем порядком всем. Дмитрий Айпадович, вам там что, интернет отключили что ли? Вот. Или современных артистов уже никаких нет? Извините, конечно. Я даже не знаю, кто сейчас там популярен-то. Ну вот Тимати состарился. Если Клава Кока, то сами понимаете, не формат. Дмитрий Анатольевич, вы уж давайте как-нибудь там без коков. В общем, что хотите, делайте. Но с юмором нужно что-то делать. Ну, это же и так понятно, что с юмором нужно что-то делать. Просто сейчас денег нет. На что у вас там денег опять нет? Ну, на похороны, чтобы похоронить его. Ладно, давайте тут не умничайте, Дмитрий Анатольевич. А то я вас в Сибирь сошлю. Будете в Алтайском крае мед собирать. Давайте, идите уже и рекламируйте свои пародии. Владимир Владимирович, так ведь просто сейчас никто не понимает, кто, ну, что такое пародия. Все думают, что это все программа делает. Ну, а еще ходят слухи про искусственный интеллект. Так вот, многие интересуются, когда его выдавать будут. Желательно при этом бесплатно. Ну, за это вы можете не волноваться, потому что в ближайшее время я обязательно подпишу закон и обязательно всем, каждому выдадут бесплатно, в одни руки.